Что, еще раз на ферму, да, полетим? Да, да, давай туда еще раз. Да, дубль 2 сделаем. Рано с вами, рано. До 1300 всегда долетал. Надеюсь, никто не против. С нами есть? Никого не вижу. Есть? Есть, есть. Со мной рядом есть. Есть, есть, есть. Локус нашел. Все, всем хана. А я готовы. Блин, этот кадр. Вы этого в соседнем доме убили, да? Ребята, да, да, да. Пошум сильный. У нас. Это доход у меня сейчас чуть подожди. У меня вообще отключен был микрофон, оказывается. Я разговариваю, меня никто не слышит. Ну хорошо. А Керам, говорю, нашел какое-то позорное оружие, сейчас все будем прятаться за его широкой спиной. А что за оружие он нашел? Ничего не нашла. У него калаш, по-моему, судя по этому. А, ну так да. Я что-то бегаю, 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 ничего не вижу. Блин, где это? Где броники, я не пойму. Да без брони на ферме играем, что ты не привык еще? Чего-то людей нет, да, с нами было? Не было, походу. Ну, один был. Ну, нет, ну кто-то садился, да. Не, одного я снял, походу, там у человека был. Оп, и у меня есть. Да не ладно. Вот и друзья его прилетели. А у меня РП доступит. Так, у нас тритушка, ребят. Опа. Я ж говорю, его друзья прилетели. Нас, у нас слева, если что, пойдем туда. Вертушка их ждет, кстати, заведенная, типа. Где, где? Вижу. Так, мужики, под ногу. Давай взрывайся, есть. Ага, взорвали, блядь. Он ползает, у него друзья еще есть. Где они? Есть, еще одного нокнул. Блин, этот ФР вообще шарандашит. О, Серочку взял, нормально. Наверху, а, это надо. Блин, да у кого помехи такие, ребят? Ну, пожалуйста, ну, отключите. Ну. Ну, нет, у меня нет. Это точно не у меня, я вообще нет, сижу. Это, походу, у меня, сейчас тут же. Закрытый. Вот, Керам, да, спасибо. О, да. Блин, да где все броники, я не пойму. У тебя вообще никакого броника нет? Ну возьми. Нет, вообще даже первого нет. В этом доме первый лежит. Прикинь, на первом этаже, ну этот, тут внизу ни одного броника нет нигде. Я везде уже. А тут вот первый лежит. Ну, я же говорю, сейчас первый лежит. О, я синий калаш нашел. Да, у меня побитый второй. Над, я скинул СР-ку, если надо. Да ты сдохнешь или нет, то якорный бабай был. Да если б я не помог, ты бы его не убил бы. Александр Невский. Ой, это... Это дебильный актер, американ. Ну, он русский, но в Америке живет, типа. Знаете такого, Александр Невский? Это Чейз. Так, тихо-тихо-тихо. Вижу. Это который говорит вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да-да-да. Вот так вот. Вот так вот. Так, у меня тут гости. Ребят, тут гости у меня. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Мы до тебя пока добежим, а тебя и след. У меня тут сквад.
Все, бежим к тебе. Умри, урод. Еще одного. Сколько там, Гарик? Ну, троих я убил уже. Ну что, склад снял? Ну, троих. А потом у вас в конце игры 2 килла. Не, у меня данный момент... О! 3 килла у меня. О, его друг, последний. Я убил. Бедолага, бедолага. Узбека уронили, что ли, ребята, чё? Некрасиво четвером это на узбека, блин. Гарик, ты забрал третий броню, да? Естественно. Ты убил, я забрал, Саня. Ну всё, да, всё по-братски, да, как и должно быть. Сейчас босса замочим, чё вы как это самое, ребята? Пошлите босса замочим. Вот, видите, вот последнего четвёртого убили. Я троих убил со склада. Четвертый. Вместе убили четвертого. Он забуксовал просто, ему не повезло. Погнали на босса. Давайте, давайте, ребят. Я вызываю, короче, его на бой. Подожди, подожди, мне еще далеко. Подтягивайся. Дроп уже залутали, кстати, на стендов рядом с улучшалкой. Почему тебя вызвал Акирам, а ты идешь бить меня, сука? Подвиньте. Есть. Кто взял золотой калаш? Я. Подожди, там этот босс, Саня, мой сам это скажи. Кто был? Расширитель, ладно. Расширитель? Ничего я взял сам. Да, все взял. Нет, я его не брал. У меня этот стабилизация. Ну, рука правая, Гарик. Сын Николаш, на! Огнетушитель. Я вот смотрю. А вот третью броню я не взял. Николаш, кстати. Сказал его. Ну, калаш, наверное, да, сильнее. Тут этот, огнетушитель еще есть. А вот третий калаш я не взял. Ой, третью броню. А вот я взял. Красавчик. Ну, ребят, к нам летят. Тихо, тихо, тихо. Вертолет на улучшалке. Вертолет на улучшалке. Мы с Акирамом обернулись, или думали там сзади. Не, улетели они. Не, там воюют еще. О, дроп. Боженька, давай к нам дроп, пожалуйста. Вон они летят. А 50 на 50. О, видишь? Услышал меня. А говорит. Гарик вызвал дроп. Гарик, только отойди, а то боженька тебе на голову это дать пойдет. Блин, тут дофига. Да ты взорвешься сегодня, лянь, я в тебе 2 рожка уже выпустил. Сейчас. Давайте мультигруппу. Все, что случилось? Нормально, разговаривай, пожалуйста, по-русски. Они летят обратно. Ты летел. Опа. Красиво, красиво. Вот и улучшалки наши, и все дела. До свидания. Опа, снайперка, снайперка! Проколола ногу. Где он? Где-то там? Ну, походу, на карусели. Я не знаю, где снайпер, но вот здесь был человек. Там нет ничего. Вижу. Ай, ты что? Ну что уже? Не-не-не, он еще здесь. Нет, где-то тут прятался. Нет, он на сноуборде этот ушел. Не, он по мне стреляет со снайперки отсюда, откуда-то.
Стой, бежим, бежим. Вижу его. Где он? Я к нему сзади подхожу. Сейчас тебя снимут там аккуратно. Нет, все, я его снял. Так, у нас походу дроп еще один. Опа, опа, опа. У нас дроп, мужики. Ребята. Так, где? Куда ты стреляешь, блядь? Вижу здесь, на доме сидит. Себя постреляй, придурок. Да? Ну вот же новый, который у нас рядом на берегу. Там же кругов травят, то что есть. Саня, снимаешь, да? Да я этих зомбарей снимаю. Адреналин есть? Да, сейчас дам, подожди. Держи. Галик, у тебя есть? Ребят, сейчас, можно звук? Сейчас я его придурка со снайперкой сниму. Все, минус. Снайпер минус. Красава. На мне еще один. Где мгаешь сейчас там? У меня я есть. Я в зоне. А, ты принял. Понятно. Чтобы этот там упал там. Два. Короче, я тут спрячу с Максом, не вытянула. Engaging the enemies. А это когда ты в противника попала? У кого адреналин? Гарик, подойди ко мне. Нашел? А там стандарты, ребят, кто-то сел там. Двое. У нас кто-то сел. Парашют. Да, я же говорю. Они в храме божьем. Нет, и они в этом ящиках. Один минус. Вон там не ящик. Что, всех сняли, да? Нет, вот там очень много, вот на ящиках я видела двоих. Где вот там на ящиках? В желтом скине. Вот тут. Ну, на первом дропе. Вижу. В желтом скине и хорошо играет. Все красиво. По красоте. Так, у нас зона. Ну, они тут подготовились. Машину войны взяли. Угу. Хотели на страшно. Убили, да? На, там. Вот, скажите. Нет, кружнуло. Но он еще вернется. Так, у нас танки, е-мое. Гарик сейчас минус, его выкинул. У нас Гарик упал. Керам, аккуратнее танк там.
Вижу. Чертовы танки, блин. Ох ты. Стой, подожди. Он сквозь окно попал, я не подставлялась под танк. Я смотрела, когда Гарик бежал, и он попал в окно. Он по твоему дому стреляет еще. У нас там что, World of Tanks, что ли? Да. Что-то попадает. Попадает? Да, через окно попадает. Меня сбили. Поднимите, пожалуйста. Блин, ну Гарика не поднимет. Керам, поднимешь? Успеешь? Не. Ой, блядь. Как? Муслим нас убил, Магомаев.